Всем привет! С вами Третий Фан Крипер, и сегодня мы будем играть в Tony Hawk Pro Skater 4. Что-то давно я не выпускал видео, но я уже вернулся, и я могу выпускать видео. Так, на чем мы там остановились? На чем мы остановились, я не помню. Ладно, погнали, наверное, проходить миссии. Так, я вот тут думаю сегодня записать летсплей по Террарии, причем не вдвоем, даже, а втроем со своими друганами, вот. Ну, посмотрим, возможно, он выйдет. Так, что тут? Йо, попробуй вот что. Сделай лип-трюк на каждом из трех знаков пирса. Трюк, вот он. Ага, окей. Так, что там, где-то еще трюки есть? Нету. О, деньги. Так, погнали. Нам, наверное, туда объехать будет. А-а-а! Что ты тут тупишь, а? Натя. Так, Натя. Интересно, их уронить-то можно? Не. Ну и ладно. Так, погнали. Ова. Так, наверное... Блин, я даже не знаю, о чем бы поговорить. Так, что, закончил? Что за фигня? Что за... А, там определенный трюк надо было. Сейчас повторим. Сори, туплю. Вот он. А, тихо. Это скамейка или что? Во что я бьюсь? Это скамейка. Я думал, мусорный бак. Кстати, я немножко подрегулировал микрофон. Теперь меня, наверное, лучше слышно. Да, ну если что, я, наверное, подрегулирую еще. Ой-ой-ой-ой-ой. И что? О, господи. Блин, мне этот скейтер так нравится. Я его сам создал. У него кроссовки точь-в-точь, как у меня. Правда, я свои уже порвал полностью. Их уже можно выкидывать. Но вот посмотрите, вот запомнили эти кроссовки? Видите, человека в таких кроссовках, это я. Бейте его. Вот. Все, сделал. Да? Да. Бэс баунс. Все, я. О, это типа, нифига у него камера. Фишай, наверное, сумасшедший. Так, забыл засечь время. Ага, все, время засек. Чё мне прокачать, ребят? Прокачаю-ка я... Ой, блин, что мне прокачать? Оли, у меня почти до конца полет. Все, готово. Да. Блин, я... Блин, вот это, наверное, да. Ладно, нажмем вот эту. Все, запомнили? Первая карьера. Первая карьера, если еще. Так. Это классный такой мэнул. Блин, я задолбался его делать. Давай, 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 ты дотянешь. Давай! Ну, почти, почти. Так. Интересно. Ладно, пофиг. Так, ну давайте вперед. Приятель, я так ударился головой, что потерял все свои посылки. Поможешь мне найти их? Пяти не хватает. Спасибо. Это ж как ты ударился, что они, блин, по всему городу разбросались. Ну и чё, я ж её подобрал, но... Серьезно. Ладно. Бум, по-нубски. О, вон еще одна. Какой-то я что-то вот слоупок в этом плане. Так, не люблю вот такие миссии, потому что, ну, это, блин, их даже не показывает, где их надо как-то... А, их можно в одно комбо, наверное, собрать, да? А, я понял, как там надо было собрать, ладно. А, давайте попробуем в одно комбо. А, не, нифига. Ладно, ладно. Переживу. Не гордый. Хотя, гордый, но... Ладно. Так вот. Вперед. Не тупим. Меньше тупим. Больше делаем. Опача. Красота. Может попробовать их в одно комбо собрать? Да, ладно. Обойдусь. Так. Ой, я заработал очко. Очки. Так, обратная стойка, скорость флипа. Что этот полет вообще дает? Как долго вы остаетесь в воздухе? Высота прыжка над хал. Будем прокачивать полеты. Так.
Я предпочитаю всегда сохраняться, потому что у меня может вылететь комп или... Вот. Ну, короче, может произойти какой-нибудь курьез, и мне придется все это сначала проходить, или я просто забуду сохраняться. Так, ну, простите, мы здесь в первый раз, и хотели бы остановить что-нибудь на память... Оставить что-нибудь на память. Можно я сниму вас вместе с моим мужем? Для этого вам нужно заполнить указатель особого трюка, а затем выполнить Dark Slide. Ага, как он делается? Оп-оп. На перилах... Офигенно, блин, я отвечаю. Туристы? А, тупанул. Ну, я не люблю. Ладно, пофиг, погнали туда. У меня появилась гениальная идея, как это сделать. Сейчас мы сделаем Dark Slide по этим перилам. Как? Уу! Давай, я успею. Уу! Фото было. Идеально. Просто идеально, я отвечаю. Ну, блин, эти фотографы, но... Ах, ладно, пофиг. Ах, продолжаем. Что там по времени? Угу. У нас еще есть немного времени. О, мой любимый слайд. Сейчас, давай, сделай. Да не то. Ладно, пофиг. Как-нибудь покажу. Гитарный слайд, это, в общем-то, Стив Кабалерио вроде бы трюк, да? Да, вот он был. Короче... Стив Кабалерио, это такой чувак, я читал всю биографию Тони Хоука, не удивляйтесь, откуда я это знаю, вот. Значит, был такой чел, который очень-очень круто катался, его звали Стив Кабалерио. Вот, ну, да, Стив Кабалерио, все правильно, наверное, если я делал какую-то ошибку в его фамилии, вы... Так, ну, я не знаю, не обижайтесь, вот. И, в общем... Тони Хоук, когда был малой, кататься не умел, хотя и до сих пор он его является кумиром. Так, хочешь сразиться? Первое место получает тот, кто будет первым в двух заездах из трех. Окей. Получи медаль в соревнованиях. Отличное начало, мне нравится. Так, ладно, погнали. Постараемся валить как можно больше комбо, чтобы не валить на месте мануалы, да? Потому что, ну, я могу, конечно, выиграть соревнования вообще на расслабоне. И... Я не знаю, это будет не очень красиво. Что-то вот мне... Давайте... Ой-ой-ой-ой, что-то я затупил, сори. Так, повторить последнюю цель. Все, давайте, начнем. Ну, неплохое начало, да? 79 тысяч. Не знаю, мне нравится. Так... вот это было фигово. Мне, наверное, уже хватит очков, чтобы этот раунд пройти, да? Давай, дропни. Ладно. Вот интересно. А, нет, тут нельзя дропать. Это в другом Тони Хоуке. Кстати, я вот тут думаю переключиться на другого Тони Хоука, который мне больше нравится. Тони Хоук Америка Вестерленд. Там у многих людей проблемы с одной миссией, вот. И я хочу показать, как ее проходить, потому что я ее проходил, в принципе. Ну, я понимаю, в чем там проблема. Так, это, наверное... Ладно, все. Ну что, мы первые. О, судьи, 99. А почему? А тут 100 можно получить? Ладно, пофиг. Так, Это так фигово. Блин, вот я хотел, когда создавал скейтер, сделать ему такую же рубашку, как у меня, такую красно-синюю. Но там можно было ее сделать только либо красную, либо синюю. Вот. Поэтому я не нашел приближенной... Да чё, куда ты едешь? Все, так, набираем очки. Все, уже паду. Блин. Я чисто давлю все клавиши. Это... блин, что-то это... Я туплю. Так, нельзя выходить из зоны соревнований. Так, и последнее такое супер-комбо просто, вот вообще. Я задолбался упираться в эту фигню. Давай быстрее! Фух! Вы видели? Я в последний момент успел.
Ну, 19. Ну, тоже результат. Блин, судьи. Судьи. Ай, фиганские судьи. А все, я уже выиграл 2 раунда из 3. Там же было написано, что мне нужно выиграть... Сколько? 2 раунда из 3 как раз-таки. Давай, в дроп. Ху! А, так тут тоже можно кататься. Так это значительно облегчает дело. Тони Хоук — это такая игра, в которой очень тяжело оставаться в определенной зоне катания, потому что... Ну, блин, тут элементарно фигуры так сделаны, что... Сейчас опять эту фигню ударюсь. А нет. Что, блин, ты вылетаешь за поле. Блин, я облажался. Так, ладно, но это уже лучше, чем в прошлый раз. Вот меня иногда... Так, сори, FPS тормознуло немного. Наверное. Не факт, конечно. При монтаже увижу. Блин, быстрее, быстрее, быстрее! Фух! Ладно. Тоже результат. Я ж получил, я надеюсь, золото, да? И... Так какую я медаль получил? Отлично, деньги. Лучше бы мне медаль. Хотя нет, в реальной жизни я, наверное, больше был бы рад деньгам. Хотя, блин, ну деньги ты их потратишь, да, а медаль это все равно как память. Так, что у нас там по времени? Все, надо заканчивать. Всем спасибо за внимание. С вами был Третий Фан Крипер. Если вы здесь впервые, оцениваем видео, комментируем и подписываемся на меня. Пока!